постели, похлопали дверью и окном, не дав мне дописать, поставить точку, бумаги растащили по листочку и закружились над моим столом. Сводиться с ними не хотелось, хотел додумать то, что не успелось, взять сигарету, не теряя нить. Но сквозняк, я знаю их привычку, хватать за ухо, за нос, дуть на спичку и не давать ни думать, ни курить. Когда уж вовсе невозможно стало, их хулиганы крикнул, я устала, в чем дело, говорите, а не то. Они сказали, вот какое дело, еще вчера здесь женщина сидела. Я подтвердил, сидел, ну и что? А сквозняки волнуясь продолжали, а то, что мы ее не раздражали, она добра была и весела. Мы дули сквозь нее, она смеялась, волос не поправляла, не боялась. Ребята, я сказал, она ушла. Тогда они раскланялись так важно и возвратили мне весь багаж бумажный, растаяли неслышно и легки. Они теперь не бродят, а придется, сидят за шкафом, ждут, когда вернется та женщина, что любит сквозняки.